Geraków, unnem za nas myle. Geraków, unnem za nas myle. Ibrahim. Ay, watch her. Eluri Sherasi Anun Chagides. Erika! Геракл, унем за нас мере. В сирийском, в арабском языке нет буквы «э». «Э» — это буква в азербайджанском языке. Зачем Армении это нужно спровоцировать? Для того, чтобы спровоцировать Азербайджан на военные действия. Чтобы? Чтобы. Значит, начать вот эти вот... Bu binada otururlar. Bu binanı da zibillemiştiler. Prezident kabinetinde her gün kalbası arak yiyip içirdiler. Her gün. Gece sehre kadar. Sonra da o vakti prezident saat 12'de yukudan oyanırdı. Saat 5'te de yeniden kalbası arak. Haberler для Becura Sasedni prezidentin и Becura meclisin deputatın. Прекратицляр зибиламиш деверсарден эн границен. Палналуни кахлан ялвар нападени, граната динамиден, Исраилден беспилотник ден, базуки глаен, башка шлемен, калбаса араген. Янем дюзгюни, ели? Янем дюзгюни. Чорни хавярен дорду бешляр. Эрмени духов солдати. Ишкан Исан Баран Бирик Леш Чайнак. Бирик Леш Чайнак. Балла, 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 балла. Карабас, барабас президентен, душманларен. Эт Турки Кемагов сопровождени, то хайван буйнуз. Эште душман Эрменистаны солдаты вешни дюзгюни. Вешни дюзгюни. Исторически земленден яд столбаты столба. Пила, пила азин ларел павтарилден. Стиктирларем эн постмехребанен, яка пизда душманен Арменистане солдатен. Яка пизда солдатен душманен. Соображатлар, соображатлар. Классический Шекспир зубрит. Олмак, ты не олмак. Чатлах вопрослар. Соображатлар. Лиев гада! А вот чхаш! Эт хайерице херумана нерацет горд чунес! Брехи кезасмем! Ты это кончкас, а езы, а из канала сунгета каливор сеят, так как сехекен таничка, а хайера вор катагет им вордовера на нилов миче баку кялден мейда дветнен. Биш нютки мот как думен спасу меним галун гнаме морин коки кабак пен, занген скоро ин асет хамат заинк, урат заинк, цагбат заинк, екик таре коки бужал, коки бужал не гале шеш зоротан, ма дурбат сен тохом. Салам, президент. Салам. Тебе один вопрос задать можно? Если не секрет, зачем нам нужен этот Карабах? Я думаю, что на этот очень сложный вопрос ответит мой самый лучший солдат. Потому что Карабахская трава самый сочный, самый лучший, клянусь нашим президентом. Видите, какой уровень патриотизма? Это не патриотизм даже, это крик души. Даже я, президент Азербайджана, столько времени от всего мира хранил, что я тоже хочу быть в Карабахе только из-за вкусной травы. А вы разве в Карабахе были? Честно говоря, я в Карабахе еще не был, но когда я был в ПТА, мой папа из Карабаха для нас привозил трава, и мы покушали все семьи. С этих дней я этот вкус травы, сочность, вспоминаю тоской, да. Вот сейчас тоже вспомнил, и сразу мне стало грустно. А разве из-за травы можно воевать, Аураш? Абаджи. Ты думаешь, что у меня столько духа хватит воевать? У меня совсем дух не хватило бы. Я даже в школьные годы во двор не выходил. Это все организовал
мой старший турецкий брат. Но я больше, честно говоря, не хочу воевать. Боюсь, да. Хочу заявить, что расхотелось мне кушать карабахскую траву. Не хочу. Прошу, очень прошу. Извините меня. Мне не нужен Карабах. Папой клянусь. Возьмите себе. Все во всем мире знают, что Карабах это армянская земля. И армяне всегда жили там. А я просто-напросто хотел травы покушать. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Азнев. Азнев ханым. Вы откуда? Я из Карабаха. Из Карабаха родом? Да. А что здесь делаете? Работаю продавцом. Продавцом в магазине? Да. Мы, азербайджанские солдаты, приехали взять нашу родину, эту землю, все. Джебраил, Адрод, все обратно хотим взять. Азербайджанские солдаты? Да. Минуточку. Хотя чайхана, да. Кофе, кофе. Асмайя кангион. Алло, шайтан, 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 Алиев. А, мейдан. Эйба. Смай. Все нормально, нормально. Скажем всем султану, что взяли талиш. Он обрадуется. Взяли талиш. Все. Мы азербайджанские бараны. Мы азербайджанские солдаты. Приехали взять нашу родину. Родину. Азербайджанские солдаты? Да, да, ба, да. Сейчас на фронт едешь? Да. Что будешь делать? Тукери мамман кунем. Ну, посорям. Un nem de nas mere.